Валентина Ткаченко – голова правління Миколаївського обласного благодійного фонду «Доброта і довіра», який опікується дітьми з багатодітних та малозабезпечених сімей, дітьми з інвалідністю, допомагає дитячим будинкам, здійснюючи мрії їх вихованців. Доброго вам ранку! Добре утро! Сьогодні будемо говорити про нові проєкти. І, до речі, до деяких проєктів люди можуть також долучитися і зробити гарну справу, так? От один із таких проєктів є «Країна фей». Що це за проєкт, що це за сайт? Я вже трішки наперед забіжу, так? На протяжении 6 лет, да, что мы работаем, мы очень много делаем программу и акции относительно детей, волшебства, привлекаем людей, чтобы они стали волшебниками, и видя эти красивые глаза, эти счастливые глаза, эти, да, слезы даже, то есть как бы восторга, мы поняли, что дети должны получать подарки не раз в год на День Святого Николая или на Новый год, как бы, как говорится, потому что они все знали, что они написали письма, мы им потом на сцене это все красиво дарили, то есть мы исполняли их мечты, был сайт, где можно было выбрать ребенка. И вот, как бы говорится, пока люди еще едят салаты новогодние, 2-3 числа, я говорю, Андрюша, говорю, давай, говорю, запускать новую акцию. Почему? Потому что пока все дома, ну, как бы можно, ее многие увидят, то есть, как бы, и как-то так хорошо, что у нас есть команда, которая с нами работает, ну, люди креативных города Николаева, сразу подключились эти компании, которые с нами работали, и говорят, мы разработаем новый сайт с анимацией, будет красиво, да, потому что это должно быть волшебство, это же феи у нас. Что конкретно означает? Означает, да, этот сайт «Страна фей». Это дети социальных разных слоев. На сегодняшний момент пока это будут дети Николаева и Николаевской области. Это онкобольные дети. Это дети-сироты, это инвалиды, многодетные дети-инвалиды. И папы, у кого погибли потом, либо без вести пропали. На сегодняшний момент пока эта категория. Она самая такая, как бы, сложная считается. Мы принимаем заявки от родителей относительно своих детей. И уже зайдя на сайт, мы можем зайти, увидеть фотографию ребенка, описание его, то есть какая категория, и немножечко как бы жизненная история о этом ребенке. Вполне возможно, ребенок либо напишет письмо с пожеланием, либо это будет видеозапись, да, пожелание, то, что он хочет. И потом в дальнейшем, как бы после отработав это пожелание, мы ставим напротив отчетный вариант, обратно же это будет фото, либо видео. То есть не надо будет уже искать у нас в отчетах, это будет обратно же в одном месте, все остальное. То есть сайт, это дети, детские желания на их дни рождения. В связи с тем, что дни рождения как бы круглый год, это долгоиграющий проект, и дай бог, чтобы он распространялся не только как бы в Николаеве. Хотелось бы дальше ходить по городам и искать волшебников, чтобы больше детей получали возможность исполнения своих желаний, мечты. Они начинают верить в чудеса, они начинают верить взрослым, ну а взрослые наполнялись добротой, которую они дарят. А как это будет відбуватися? Это будет той, кто... Там зачитав, наприклад, що там дівчинка, наприклад, хоче якусь колоночку, так, музичну. Як це потрібно буде надіслати кошти, чи можна буде придбати безпосередньо? Зборів грошей ми не ведемо і ніколи не вели. Завжди була ідея з'єднати ребенка и взрослого. Мы как бы были как бы небольшим таким мостиком. Мы полностью рассказывали о ребенке, давали, ну, фотографию. То есть, пройдя, ты можешь себе по душе выбрать именно того ребенка, которого хочешь. И мы просим приобрести подарок, передать нам. И мы уже как бы с отчетом, либо на каком-то мероприятии, это красиво все как бы передается. Человек должен, знаешь, как бы прочувствовать, походить по магазинам, повыбирать. У меня вот перед Новым годом, когда вот взрослые покупали, пересылали даже из других городов, то мне даже писали, мол, машинка на пульте протестировал, работает, там вертолетик на пульте тоже там батареечки положил, работает хорошо, там все, то есть как бы, знаете, насколько душевно к этому всему относились, а девочка там кукла с голубыми глазами, а какие у нее должны быть волосы у куклы, или там что-то там еще, это настолько было, ну, классно, действительно, и люди заряжались вот этим всем интересным, и наполнялись, и когда потом уже видели отчеты, они, знаете, как бы писали, что вот мы чуть бы не плакали, мы позвонили родителям, рассказали, что мы приняли участие, мы им показали эти фотографии. То есть люди наполняются, мы их делаем другим. Ну, как бы это наше, ну, все-таки немножко сложное время, да, мы дарим немножечко тепла как и ребенку, так и взрослому. Сам сайт еще не действует, правильно? Он еще планируется. На сегодняшний момент он пока наполняется для того, чтобы просто как только он начнет работать, с 1 марта он начнет работать. То есть он уже будет заполнен полностью фотографиями, детскими желаниями, и мы можем уже спокойно
легко не стартовать, открывать, и человек может выбирать на протяжении всего года. Что очень удобно, то есть как бы мы не обязываем конкретно сейчас, да, это делать, как перед Новым годом. То есть как бы все понимают, что это как бы какой-то баланс денег все-таки на Новый год нужно оставить. И как бы коих рода же из последних, знаете, как бы вот дарил. А сейчас это подарок на день рождения на протяжении всего года. Допустим, я знаю, что, допустим, сейчас у меня нету, но я могу взять там на апрель, на май ребенка заранее, продумать ему подарок, может, креативно подойти к этому, ну и передать. То есть, как бы, есть возможность временного пространства и возможность своих возможностей. Угу. Зараз уже багато заявок подали батьки? На сегодняшний момент у меня уже 300 заявок. Вистачає. Да, я думаю, що ще до 1 марта ми ще їх добавимо. Угу. Я знаю, що зовсім скоро також буде фотовиставка сонячних діток, над якою ви також вже розпочали роботу, яка вже, скажімо так, іде повним ходом. Ой, вона не просто повним ходом. Ви знаєте, коли так, ну, знаєш, все-таки боженька є, і от все складається, от як-то ложиться, і я дуже рада, що, ну, як все це все відбувається. Це обратно же, пообщавшись, ну, з нашими подопечными, есть такие активные у нас мамочки, конкретно у кого солнечные дети. Uh-huh. Давайте мы расскажем, что значит солнечные дети. Не все это понимают. Это дети с синдромом Дауна. Это своеобразные дети, им нужна определенная работа, подготовка, программы. Они, ну, по-своему очень такие вот необычные, но они действительно очень солнечные, они такие теплые, они такие душевные, они такие милашки, если честно сказать. И вот когда они пришли, говорят, мол, типа, одна пришла мама, вторая, а говорит, а знаете, у нас Николай, ну, много солнечных детей оказывается. Ну, мы чаще выезжаем в Херсон, там делаются разные программы. Я говорю, а почему вы в Николаеве не соберетесь? Они говорят, а я не знаю, кто у нас есть. То есть мамы не знают друг друга. Кто-то, знаете, уже есть какая-то база, кто-то выезжал, делал какую-то реабилитацию. Они могли бы делиться информацией. Да вообще, можно было кучу всего сделать. И вот благодаря... Психологично один одному добавить. Да, то есть просто им нужно объединяться. То есть, получается, в Николаеве нет солнечных детей. Почему? Потому что просто они себе не заявили, а многие сидят в стенах и, ну, как бы боятся выйти. Вот я сижу со своим ребенком, то он такой, общество его не примет. Нет, наоборот, нужно выходить. Общество должно его увидеть. Вы должны заявить об этом. Я считаю, что потом как бы немножко деградация пойдет. То есть мы учим людей, своих детей ну, воспринимать как и хорошее, так и плохое. И понимать, почему оно так. Поэтому создалась идея создать необычную фотовыставку. Это не просто будет стандартная какая-то фотография ребенка. То есть наши креативные фотографы решили это разнообразить. И сказали, что это будет необычные фотографии. Mm-hmm. Ну, сказать, какие, я не могу. Но каждый фотограф креативно подойдет и что-то придумает. Кто-то с животными, кто-то там с пожарными. То есть я настолько не все, вот знаете, как бы классно, когда ребята подключаются и говорят, сделаем. То есть как бы будет от каждого, участвует 17 семей. Mm-hmm. И от каждой семьи у нас получается, две фотографии будет. Эти фотографии будет одна ребенка креативного и с родителями. Но обратно же, очень интересный подход, как их сделать вместе. И мы вот заявляем, что в Николаеве есть солнечные дети. Они милашки, они будут на выставке, можно будет с ними пообщаться, можно будет посмотреть работы наших талантливых фотографов, которые с нами начали работать уже. Уже они работают с детьми. До речи, сколько фотографов відгукнулося? 5 фотографов и 17 детей. Получается, двое фотографов получили по 4 ребенка, остальные по 3 ребенка. И мы уже знаем, это будет 21 марта фотовыставка. Как раз в этот день празднуется, да, всех людей с синдромом Дауна. То есть мы как бы тематично. И мы уже установили место. Это у нас выставочный зал на Никольском будет. На 12:00 открытие. Два дня будет висеть наша фотография. Взагалі, тому що миколаївські фотографи дуже плідно співпрацюють з вашим благодійним фондом, тому що навіть у акції «Особливий день для особливої мами» також фотографи відіграють чільну роль. Ну, я рада, що люди відзиваються, і іноді ті фотографи, які вже з нами працювали, вони обратно далі з нами продовжують. Тому що їм подобається креативний підход наш. Тобто то мам фотографували, то дітей фотографували. Немає якихось великих рамок, так? Да, вот знаете, им нравятся, ну, как бы наши акции, потому что они необычные. Иногда вот этим акциям, то есть как бы нету прототипа по всей Украине. И я рада, что конкретно в Николаеве это делается. Почему? Потому что я люблю этот город, если честно сказать. Все говорят, знаете, как бы Николаев, он Херсон там на каком-то уровне, да, президент сказал, что вообще бандитский город. У нас очень много талантливых, креативных людей. Но они не знают, как друг с другом надо соединиться и как что-то интересное сделать. Поэтому, делая всевозможные акции, программы, я приглашаю всех креативных
людей, люди, которые могут что-то еще продумать, помочь. Это может быть презентация, это может быть подарки, допустим, деткам либо мамам. Цветы, там, сладости. Я считаю, это можно сделать настолько интересно, и каждый может себя проявить и не обязательно давать деньги. Это можно просто что-то сделать своими ручками, тех же парикмахеров, фотографов, да, визажистов. Куча можно всего делать, как бы, и дарить, как бы, и благодаря этому дарить тепло. Це значила так за цю акцію, вона буде в цьому році? Обязательно, ми продовжуємо, но ми її видоизменим. Тобто були как бы, і ошибки в тому году, і що значить наша акція? Ми беремо із списка, які подали заявки, це мама особливих дітей, тобто це діти інваліди, виходить, і працюємо з цими 10 мамами. 10 мам преображаються, з ними працюють парикмахери, візажисти. Потім для них робиться фотосесія. В цьому році ми вирішили видоизменити фотосесії, буде локації дуже багато на фоні природи, дай Бог, якби весна буде тепла. Що в тому році вона була холодна. Можна вже зараз починати фотографувати. Так, тому що в тому році була вона дуже холодна, ми довго дуже ждали, и последняя фотосессия, которую все-таки нужно было сделать на улице, девчонки, знаете, выпрыгивают сапог, снимают это, носы уже красные, знаете, за 2-3 секунды и обратно оделись и ждем следующих кадров. Ну, как бы, да, погода немножечко нас подвела в этом плане, но все равно мы справились. Вот. Мама будет ходить к нам на танцевальный зал, будут учить хореографический номер, с которым они выйдут на большую сцену. И мы же это тоже знаем, это будет 10 мая, это будет в Русском театре, это будет красиво, благородно. Мы мамам пошьем костюмы, мама будет работать в нашем кабинете с йогой, мы будем организованно еще встречаться. То есть это тот этап, когда мама уходит из жизненного этапа семьи, я не могу, у меня вот время, у меня особенный ребенок, у меня ничего не получается, я просто не могу. И переступает ступеньку того, что она может находить время на себя как на женщину, она может находить время для своего развития, чтобы себя немножечко как бы повысить в этом плане. Ну, я считаю, если будет счастлива мама, будут счастливы дети, будут счастливы муж, будуть всі вокруг щасливі. Не так багато нас часу, але стільки різноманітних акцій дізналися, стільки різноманітних подій дізналися, як можна до них долучитися. Дякую вам, що ви до нас завітали. Нагадаю нашим глядачам, що сьогодні в нашій студії була Валентина Ткаченко, це голова правління обласного благодійного фонду «Доброта і довіра». І говорили ми про три акції, три проєкти «Країна фей». Це сайт, де ви можете також долучитися і зробити гарну справу, подарувати подаруночок діткам. Також говорили про фотовиставку сонячних діток, яка відбудеться вже 21 березня. І про особливий день для особливої мами. Це свято, я так розумію, вже буде в травні місяці. Тож будемо 10-го. Так, 10 травня, але ми вже розпочали підготовку. Роботи, так, да. Тому, якщо є можливість, якщо бажаєте, можете також долучитися до цієї гарної справи. Я вам дуже дякую. Дякую.